4 юных севастопольца стали призерами Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Там же размещен приказ, утверждающий общий список победителей. В него вошли выпускники образовательных организаций, завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего образования и набравшие проходные баллы для участия в заключительном этапе олимпиады. Основанием для приказа стали протоколы регионального этапа олимпиады. Призерами Всероссийской олимпиады по испанскому языку стали ученики Скрипченко и Риустемова. По французскому ученица Кузьмичева, по программе технологии ученик Друзенко.